апелляционной инстанции решение 28 февраля 2019 года, вынесенное город Саратов, апелляционное постановление. Саратовский областной суд заставил председателя Ильи Савельевича Стальджи Ложкин, прокурор Фролова, осужденный Русланом, защитник лица адвоката Куровтина Руслана Федякиной. Рассмотрев открытый судебный заседание, материал к апелляционному представлению прокурора Яншина, апелляционному жалобу на выполнение кейс защитников Федякина Куровтина, постановление Денис Правильного суда города Саратова 13 декабря 2017 года, которому осужденному Русланову отказано в освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, заслушал доклад судьи и выступление осужденного защитников. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 389, 13, 20, 21, 28 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил. Постановление Ленинского районного суда города Саратова 13 декабря 2018 года в отношении Руслана Алексея Николаевича отменить, освободить его на основании части 2 статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. С подставой его освободить. Понятно принято решение, Руслан? Спасибо вам. Заседание закрыто, по данному делу все свободны.